В деле о захвате территории военного аэродрома в Одессе первые официальные подозреваемые. Это командир воинской части и его подчиненные. Их обвиняют в халатности при охране объекта. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос. Напомню, 29 октября около 40 неизвестных в балаклавах ворвались на территорию аэродрома и частично демонтировали забор. Теперь командиру и часовому грозят серьезные сроки заключения. Зараз оголошені підозри, зараз обоє затриманих доставлені до районного суду міста Одеси для обрання запобіжних заходів. Санкція статті для Чатового до 5 років позбавлення волі, для командира, який вчинив службову недбалість, до 7 років позбавлення волі. В то же время в Минобороны заявили, что считают правильными и законными действия командира воинской части. И в своем сообщении подчеркивают, военной прокуратуре передали все документы для открытия производства против застройщиков. Более 10 тысяч новобранцев этой осенью пополнят ряды Нацгвардии. Об этом заявили в Генштабе ВСУ. Уточнили, молодые люди, не получившие повестки во время осеннего призыва, должны сами прийти в военкомат и выяснить свой статус. Призывники срочной службе к участию в АТО привлекаться не будут. На сегодня уже более 70% призывников расписаны по воинским частям.